Напомним, что упавшая ветка отломилась от тополя, который в числе еще двух управляющая компания должна была спилить год назад. И обращение жильцов и обследование комиссии свидетельствовали о том, что сделать это действительно необходимо, так как многометровые деревья представляют угрозу и могут упасть в любой момент. И вот 20 июля был поврежден припаркованный у дома автомобиль. Но, как оказалось, наукой для специалистов управляющей компании это не стало. По прошествии 10 дней опасные деревья стоят на прежнем месте. Не тронута даже та самая упавшая ветка. Рядом также паркуются автомобили. Чего ждут коммунальщики, не совсем ясно. Дай бог, стимулом к началу работ не послужит трагедия, ведь в этом палисаднике иногда играют и дети.